Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим о заявлении, которое сделала певица Маша Распутина относительно конфликта, который в настоящий момент проистекает между исполнительницей шансона Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной. Как мы все с вами слышали, в эфире программы «Привет, Андрей» на канале «Россия-1» Распутина назвала Плаксину невменяемой и выразила мнение о том, что она наверняка принимает какие-то препараты. Я цитирую: «Девушка какая-то немножко невменяемая, это видно. А потом, ну как можно осуждать свою мать, которая тебе дала все? Значит, у дочери либо мозги сошли с рельс, либо ее кто-то настроил так, естественно, под определенными препаратами», — заявила Распутина. Чем же для нас интересно это высказывание певицы? Ну, наверное, стоит вспомнить, что у самой Маши Распутиной уже на протяжении 10 лет, а может и больше, длится конфликт с ее собственной дочерью Лидией, Лидией Ермаковой. И невольно напрашивается вопрос, а где же сейчас находится Лидия? Мы знаем, что в свое время ее помещали в психиатрическую лечебницу, затем каким-то непонятным образом она оказалась при монастыре, затем снова в лечебнице, и в настоящий момент след ее простыл. Однако мы не будем говорить много о Лидии в этом данном контексте, так как на эту тему у нас вскоре выйдет отдельное видео. Тем не менее, сходство двух этих конфликтов налицо, и именно поэтому наверняка Маша Распутина провела такие параллели. Спасибо за внимание, до новых встреч!